Что случилось? Увидев меня, вы сразу замолчали. Да мы говорили о... О чем вы говорили? Да, девчачьим, ты не поймешь. Давайте тогда зажжем печку. Хорошо, я помогу тебе. Ты знаешь, как разжечь огонь? Ну да, конечно. А, ну хорошо, возьми. Ну? Ты будешь поджигать огонь, просто ожидая? А, точно. Берчин, ты уверен, что ты справишься с этим? Ну да. Это элементарно. Отойди, я сделаю, ну же. Да нет. Я сама могу справиться. Берчин, не упрямься. Давай сейчас навредишь себе. Отойди. Озан. Ты можешь мне наконец довериться, а? Я не та, кого ты должен защищать. Я выросла. Стала молоденькой девушкой. Ну ладно, хорошо. Поджигай. Вот видите, в течение 2 минут появится пламя. Берчин, подальше отойди. Я обожглась. Нормально все с вами? Нормально все со мной. Мои ресницы, мои волосы, брови, что-нибудь сгорело? Посмотрите. Берчин, в таком положении мы сейчас не будем на это время тратить. В зеркало иди, посмотри. Точно, зеркало. Зеркало. Ну вы посмотрите, что со мной стало. Берчин, ты если хочешь, иди и умойся хорошенько. Нет, на самом деле так даже смешнее. Можно это и так оставить.